Ты вот так более-менее лицо, а так заплывшее. Короче, смотри, надо сделать игру про муравьев. Там будет графика и примерно вообще атмосфера, как Морровинд третий, только все такое затуманенное, или как Готика вторая, где в синюю, густую, голубую дымку уходит все в туман. Атмосфера. Будет атмосфера Морровинда, но наполненность, как в Готике второй. И я, кстати, сделал свой мод Морровинда третьего в редакторе TS3 Morrowind, где я сделал Сейданин и ближайшие окрестности именно наполненными. Причем это недоделанная версия. Там можно рыбачить, прям буквально фигачить рыбу, и ты не просто так рыбачишь, тебя может электрическая рыба с одного удара убить. Короче, фигачишь рыбу и продаешь ее оптом. Получаешь деньги, ты там можешь. Это потому что это логично, потому что портовый город. Как может быть Сейданин портовым городом и при этом быть такой захолустной деревушкой, где один всего лишь квест. Это просто невероятная дичь. И там должно быть в этой игре возможность играть онлайн, как в Counter-Strike или как в танке. И там заходишь, там будет возможность попросить у своего союзника, ну, с кем ты в клане, так сказать, поддержки, обмен, прикрытие во время боя и так далее. То есть все самое лучшее из танков и из разных вот таких игр, которые 10 лет там уже более существуют и в них играют. И при этом там простая графика должна быть для простых компов. В общем, там я сделал, что в Сейданине просто буквально постоянно на город нападают пауки или какие-то разбойники. Там квестов я сделал больше в самом Сейданине. То есть, единственный квест, там только два квеста, по сути, нормальных. Это на весь Морровинд. Это квест с Фарготом в Сейданине. И затем квест в Балморе. Гильдия бойцов. Крыс. Очистить дом от крыс. И все. Остальное все это просто подай, принеси. Грибы собери там, эту хрень собери. Всякая хрень. Вообще, с кем-то поговори, каким-то челом в муравейнике. Искать его там. Хрен пойми, как найдешь. И поговорить о чем-то, хрен пойми о чем. Совершенно неинтересно читать там целые телеги этих болт какой-то. Там читать просто бесконечно. У меня к тому же один глаз только видит. Читать тяжело. Короче, я уже сделал игру интересную. Там, когда выходишь за пределы, во-первых, ты хрен выйдешь за пределы Сейданина. А в том-то и прикол, когда я играл в первой жизни, когда я был подростком в Морровинд, было угарно, было круто то, что ты в Морровинде, ты должен в городе что-то сделать, чтобы. Потому что окружающая опасность за городом. Ты должен что-то сделать, чтобы защитить себя за пределами города. Ты не можешь просто так выйти. В том-то и фишка этой игры. Мне было прикольно вот это. Я сделал там это возможность, чтобы у героя была своя хижина. Я там сделал блин. Там, короче, нет такого, что там каждая отдельная небольшая область
Буквально каждое болотце в этом Сейданине, а там отдельная флора, фауна и отдельные интересные эти попадаются. Там полно всего разнообразия я сделал. Очень круто.